Молодой парень купил себе мощный автомобиль после аварии и обратился ко мне за помощью в ремонте. Сильно поврежден правый угол. Основные повреждения под капотом. Он заменил капот и бампер, теперь эта машина у меня в мастерской. Ставлю машину на стапель и разбираю ее. Итак, машина разобрана. Это основные повреждения. Сначала я их вытяну, а затем заменю. Для этого у меня есть донорский кусок.
Поврежденный металл удален, необходимые детальки я взял с донорской части. Буду приваривать донорские куски до места. Сварочные работы закончены, теперь крашу. Итак, забеденные детали были покрашены и залиты антикором. Теперь подправлю правую сторону. Для этой работы буду использовать споттер. Начну с задней двери. We'll be right back.
Итак, работы со спутером закончены. Правая сторона сделана. Теперь устанавливаю детали переда. Моя работа закончена. На эту работу ушло 45 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!